На Западе вообще много что говорят про Россию, и я, несмотря на то, что как человек аполитичный, все равно все, да, все время разговаривают, и все знают, что когда у нас был Советский Союз, какая-то была сила с точки зрения западных, там, да, государств и правительств, и что были специальные там подпольные институты, которые были направлены на то, чтобы развалить, да, что, в общем-то, и произошло, и происходит, и как следствие, вот все то, что ситуация происходит и в Украине, в том числе, что с чьей помощью это все происходит, поэтому, ну, они много что говорят, и много как по-своему преподносят ситуацию, и ну, куда ты от этого денешься?